Эй, а чё меня пихануло в другое место? Ты здесь? Я понимаю, а чё я слева стал стоять? Мне посерединке нравилось. Потому что тебя убрали, понял? Рестарт! Стопудово. Давай теперь создавай. Короче говоря, смотрите, здесь есть задание. Каждое задание, оно проходит и на одной карте, а по сути на трех, только в разные дни. То есть здесь есть несколько этапов одного задания. И в зависимости от того, как вы справились с заданием в один день, у вас задание второго дня может поменяться. И вот такие дела. Поэтому, допустим, когда видишь название задания одно, то там может быть и задание другое, может быть, только относиться к заданию тому, которое ты прошел раньше. Кто ничего не понял? Нет. Нет. Приблизительно. Ну что ты понял? В общем. То есть. Мы в жопе. Блин. Ну, в общем, мы опробовали только с вами 4 карты из 16. И оказывается, что у многих карт еще есть и продолжение. То есть на самом деле здесь не 16 карт, здесь их намного больше. То есть штук 30. Ну, может, они проходят, конечно, на тех же самых. Ну, по-моему, нет, они проходят на других локациях. И для каждого дня. Вот этого задания есть своя ачивка. То есть, допустим, вот... Ну, сейчас все понятно. То, что ачивки... Что-то мне кажется, что заканчивается это все на том, что просто сундук из магазина у Виспы, из груши-стора, перенесется в твой этот китайский магазинчик. Не, понимаешь, чем ты... Вот мы еще проходили какие вчера миссии? Банхейст, Jewelry, да? Jewelry Store, Night Club и еще что-то. И Four Stories. Они все однодневные, то есть у них нет продолжения. Мы ни одной миссии не начинали, которая с продолжением. И вот эта Mall Crusher, которую мы взяли, она тоже без продолжения. И как менять дни, я не знаю, они сами меняются каким-то образом. Вот да, про дни не сами меняются. Я вот этого так и не понял. Их как-то надо менять или заходить как-то. Или это в зависимости от левела. Я надеюсь, когда мы пройдем эту миссию, у нас снова не вылетит. А то глупо. О, я смотрю, Рейджер снова со своей УЗИ. Ладно, все готовы, да? А! Ну нет у меня денег на пистолет с глушителем. Короче, стелса не будет. Здесь есть ачивка уничтожить все окна, все стекла в моле. Поэтому бейте все, что есть. Ну давайте сейчас разберемся. Бьем виспу. А чё мне что-то сказали? Кто-то обращался к Вулфу. Ко мне это бишь. Где он? Войти в мол. Ну, прямо Кто стоит. У нас негр? Енот, ты у нас негр. Почему не баба? Я негр? Я буду грабить вот этих людей. Посмотрите на них. Они такие грустные. Идите сюда, идите сюда. Посмотрите на них. Они смотрят, мол, на этот тортик. Посмотрите на эту парочку. А им ничего, что к ним подошли три мужика? Мы такие, это, без подозрений. Вообще. Они решают, кому он достанет. А, я вошел в женщину! О боже, как ты посмел. Войди еще раз, я хочу на это посмотреть. Ты такой грустный. Я вот прямо в ней. Ты такой грустный сейчас, отпустил голову. Мол, я вошел в женщину. О. Я посоединюсь. Вот я выход нашел. Мы вышли в нее с двух сторон. Я выход нашел, вот здесь вот выход есть. У меня. И здесь парковка. Только это... А, я нашёл енота! Изнутри. Что с тобой? Короче, здесь по-любому стелсом не получится. Вы понимаете, да? Надо разрушить дерьма на 50 тысяч. С этого все наши миссии начинаются. И разрушайте все, ну, что есть. Ну, вы понимаете, стелсом не получится. Ну что, вы там все посмотрели? Не-не-не-не-не-не-не. Я нашел какую-то коморку. На третьем этаже. Короче, не, я правда негр, что? Давайте разберем этаж, да. Негр. Давайте разберем этажи. Я буду на втором, если что. Черный как ночь. Третий поменьше? Я на третьем. Третий, нет. Третий большой. Рыцарь ночи. Третий больше, чем второй. Да, и поэтому... И тут машины. О, я на первом. Давай, Ламборгини. Енот, давай на третий тогда. И начнем тогда все вместе. Енот, давай на третий. Енот, у тебя... Давайте сначала. Бегу. Подождите, я еще даже половину третьего этажа не обошел. Тут половину магазина... Короче, разбивайте все стекла. Все стекла разбивайте, которые видите, и все, буква Е. Так тут даже выследить нас не могут никто. О боже мой, меня хотят поцеловать. Воу-воу-воу, тут полицай.
Полицай, полицай, скотина тупая. Да кто тут не накаркал? А, это слушайте, помните, вчера я убил по-тихому человека, но нас все равно обнаружили в этом в ювелирном магазине. Оказывается, нужно было ответить на рацию. Сказали люди, надо было ответить по рации, и тогда ну, нас бы не стали подозревать в этом деле. То есть вот такие дела, все продумано на самом деле. Ну чё, я в магазине с вазами. Я просто здесь уничтожу все. Я один смогу на 50 тысяч. Подожди, не начинай. Скажите, когда готовы будете, я готов. Я не могу прыгать. О. Я на втором тогда. Зачем на втором? Почему? Давай на третьем. Так, да как на третьей-то? Тут нет лестницы нигде. Так, вы, ты уже да на третьем. Уже на третьем. Енот. Енот, ты пьян. Понятно. Что с тобой? Что пил? Квасик? Квасик пил? Скажите, когда все будете готовы, я положу этот жучок противомилицейский. Я готов. Может, хоть немножко поможет. Я готов. Енот? Готов, да. Котов. Сейчас, секунду. Котики. Приготовьтесь. Поехали. Положил эту херню. Началось. Уничтожай! Хочу гранату. Во-во-во-во-во, у меня заглючило все. И стекла, главное, стекла разбивайте. Ачивку дадут. Блин, я открыл какую-то эту каморку, а там просто пустые стены. Тупой полицейский. Я хотел его оставить живых. Че, уже на 15 тысяч долларов разбили? Окей. А может стекла тоже считаются за 15 тысяч долларов? А, в смысле, за 15 тысяч долларов? Ну, наверное. Заложи, берите. В принципе, считаются. Вау-вау-вау. Да блин, может стрелять, ну его нахер. Что значит часики тикают? Это и значит. А-та-та! А, тут что-то взять можно было, походу. Где? А, нет. А, полицейские идут спереди. Вы слышали? Да. Прям через основной вход. 10 секунд чего? Виспа что-то нашел. Что? Молчит. Виспа что-то нашел и молчит. Здесь нужна пила. Я тут. Я тут все гравлю на самом-то деле. У меня здесь наверху два сейфа и этот ювелирный магазин. И все. Так это что ты не сказал-то? А я не понял, как взломать банкоматы? Я. Там пила нужна. Ой, кто тут циркулярная. Не дрель, как у нас, а с круговым диском таким. Сверху тоже есть, кстати, стекла. Дебил гражданский только что подбежал прям ко мне, да. Лобовую. Смотрите, сверху еще маленькие есть стекла. Вот здесь вот. Да, к тысяче. И вон мостик тоже есть. Ну это, наверное, можно не уничтожать. Все. Ой, да крыша тоже есть. Хотя там написано Windows, Windows только. Windows, наверное, это стекла как раз. А это для ачивки, да? Да. И сколько надо? Все. Так вот тут вообще никто не расстрелял эти маленькие куски стекла. Я вот думаю, Windows, наверное, это все-таки сверху. Ну, я не знаю, или все. Должен семерку снести. Ой, из дверьми кто-то схалтурил. Должны это. Блин, у меня до хера копов здесь. Я что бьют? Я не понял, где пишется это? Да, они говорят, вон, они сказали, что 50 тысяч. Тебе говорили по радио. А-а-а. На втором этаже много копов. Снайперы появились. А-а-а! Они... Ау-ау-ау! Патроны кончились, вот же собака. Тут выход сзади есть. Рейджер там к Наде бегут.
Ау-ау-ау-ау. Элен, тебе сверху аптечка нужна. Я знаю. Я на третьем этаже положу патроны. Я к тебе сейчас аптечку кину. Патроны, патрончики. У меня патроны везде закончились. А где аптечка? Под тобой. Ой, а нет, меня. А? Где она? А, ты её не положил до сих пор. Вот. Ох, ёп! Да-да-да, там много. Уходи отсюда. Мы уже не его убили. Я пошел на третьем этаже перелечить. Помогаю. Помогаю! Спасибо. Блин, да тут дофига стекол-то. Так очень много не разбили. Так я вот не знаю, какие конкретно стекла. Какие конкретно окна. Там написано было Windows. Но Windows это то, что сверху. Обычно. Давайте все разобьем. Не, блин, это сложно. Даже бронежилеток сложно. О, кошмар, он упал прямо через потолок. На первом этаже все разбили, да? Да, на первом этаже все разбито. На первом-то да, но вот на ровном или на ком тут я бегаю. Я так полагаю, стекла, это не стекла, не окна в молле вот эти вот, да? Не которые рядом с магазином, а которые вот эти вот наверху окна и прочие. Фото на потолке, которые... Ну, хз. Вот там вот есть забитые решетками, которые сейчас уже разрушены. Это наш вертолет? Нет, да, по-моему, наш. Господи, как много окон! Да откуда? А, понял. По-моему, уже разбили все. Оу, срань. Меня, походу, совсем убили. Я могу. Бисво, прикрывай. Нет. Я помогу. Нет. Я помогаю! Нет, я подниму. Поднимаешь? У меня бомба. Нет, если все разбить стекла, то это просто жопа. Это же нереально. Илюша справа. Так подлетел забавно. Да пошел он в жопу. Нам же за скорость не выдают все равно. Да как так-то, а? Ну срань. Да что ты делаешь? Зачем туда вообще бежишь? Добивал окна. Все, меня... А, нет, еще не совсем 20 секунд. Я подниму. Я стреляю. Сейчас помогу вокруг тебя. Ну тут много, много очень. Я поднимаю. Я куда бы ни пришел, они там. Давай я с тобой побегаю. Все, меня подбили. Давайте уйдем просто отсюда. Это что-то нереальное. Серьезно, это же просто жопа. Я бегу. Этот вертолет будет висеть вечно, наверное. Thanks, brother. А это наш. Он нас ждет. Ну да. Вот тут есть патроны и аптечка, если что, наверху. Ты что сделал? Что с тобой? Да как слишком дохера там. Я опять вышел, и там их опять дохера. Там патроны есть еще? Да. Ну. Уже нет. Печаль. Не, серьезно, это какой-то маразм. Пуст. Все разбивать нет. Давайте уйдем отсюда. Поднимет кто-нибудь, нет? Подняли. Да, уже поднимал. С дальнего эскалатора много нет. Бегут. У меня нет, я все уже все положил. Предлагаю уходить. А куда? Можно снизу расстрелять все стекла. Не, ну это маразм какой-то, вон туда.
Сюда надо идти. Сюда, 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 идите. Сюда надо идти. Под вертолет. Я совсем труп уже. Да, давайте быстрее. Да господи, что вы делаете? Где вы все? Снайпера снимите, снайпера снимите. Справа. Вау. Это был какой-то маразм. Сосед. Я просто не понял. Кто придумал? Серьезно, кто-то будет гоняться за одним стеклышком, что ли, уничтожать? Это что за тупизна? Господи, садисты какие-то. О, давайте сделаем ачивку. Я не знаю, они пусть еще сделают ачивку, в которой надо найти пиксель в каком-нибудь углу. И нажать на него, я не знаю. Главное сейчас, чтобы не вылетело. Так, мы ачивку-то уже получили. Ну да, ачивку получили. А, это из ачивки, думаешь, вылетает? Да, да. Так и в прошлый раз мы тоже ачивку получали с переходом на новый уровень, и все, и вылетело. Вау, у меня 10% меткость. Это потому что я по стеклам стрелял. Дайте мне какую-нибудь маску. О, я бабло просрал. Охереть. О, чё? О, пушечка. Это не пушечка, это всего лишь модификатор. Tactical Russian. Очень тактично. На что не намекаю? Знаете, сколько стоит глушитель? Сколько? Нет. 118 800. Это на что? На калашку. Это что за мир такой? За 118 тысяч ты можешь купить просто армию сейчас, а не глушитель. Вау. И где? Мне только что дали эту рукоятку для винтовки, но ее не существует почему-то. Она не подходит к той винтовке, которая у меня есть. Ну это просто обосраться. Мне что-то дали, что я не могу заюзать. А, это, наверное, к дробовику. Окей. А глушак можно и на калаш, и на УЗИшку только повесить. Да. Особенно... Всего 118 тысяч. Особенно на... Особенно на калаш. Я не понимаю. Кстати, херня, которую мы получили на УЗИ, которая там, этот, система типа отдачи, она тоже 118 800 стоит. Кстати, вот эта винтовка КАР-4, которая нам открылась, она хуже, чем калаш. Ну, единственное, что только видимости поменьше. Ну, внимание привлекать меньше будем, и все. Короче говоря, я взял снова ювелирный магазин, и там еще есть забавная ачивка. Короче, нужно забрать бриллианты так, чтобы машина, которая нас привезла, даже не успела уехать. То есть мы сразу начинаем миссию, надеваем маски, врываемся в магазин через парадный вход, все забираем и уходим. Поняли, да? Все по-быстрому делаем. Это тот самый первый, да? Да-да-да, ювелирный магазин. Просто он легкий, давай. Через парадный вход сразу надеваем маски, попробуем. Врываемся через парадный вход и всех выносим, и все. По одной сумке берем тогда. Не по две. Так нет, именно. Нет, надо 4 сумки всего. Нужно просто их взять. Ну, каждый ну по вот сумке. По одной сумке. Ну вот все. Народ, а у кого скилл таскать с собой эту пилу циркулярную? У меня, но он далеко еще. Он у меня там, я не знаю, к какому уровню открывается. К 30-му. Я, кстати, только что этот взял скилл. У вас теперь будет больше здоровья, когда я вас поднимать буду. Все, значит, виспа медик. Любимая медичка. Добрый доктор Айболит. Я сейчас нажму начать кражу, то... О, кого-то обломал за прокачку скиллов. Оу, тут нет кнопки ready, можно всех обламывать за то, что они делают. Кто-то в скиллах сидит, прокачивается в жопу. Кто-то там оружие подбирает в жопу. Или ты, Серега, до сих пор прокачиваешься? Нет, я смотрел ваши скиллы. Я не знаю, как второй день турельку начать. Хочу. Окей, а у тебя есть турель? Да, турелька. Самый настоящий. Нихера себе. Короче говоря, сразу надеваем маски и идем вперед. Сразу надеваем, как появляемся. Только мне надо кинуть эту херню против копов. Ну, ты кидай, а мы зайдем туда и все разрушим. Окей. Это можно пропустить?
Сразу G, все, погнали! Я забираю. Мелочи надо брать? Не-не-не-не-не. Уходим, уходим. Берите, берите все сумки и уходим. Енот, ты бери сумку. Бери сумку, быстрее. Енот, взял сумку? Да-да. Закинул. Я тоже закинул. Енот, давай быстрее. Сюда, 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 сюда. Сюда быстрее. Так тут еще остались. Да-да, не надо их! Да что ты делаешь? Иди сюда! Да не Господи! Кричи, не кричи. Машина не уедет, ама, пока а сумку? А сумку ты что не забрал? Да! Да господи, мать твою! Ну где? Ограбление века. Окей. О, ну все, она уехала! Да иди ты в жопу, понял? Она уехала! Она уехала! А это все потому, что ты меня из скиллов выкинул. Пошел в жопу, ты кривожопый! Говорю, четыре сумки! Какая нахер херня там по мелочи? О, у меня там до хера брюликов надо взять по мелочи! Ты как настоящий еврей! И кто тут еврей? Боже. Я думаю, тот человек, который сидит в этом магазине, он затрахался уже в четвертый раз мы его грабим. Вот, го-го-го-го-го! Уже дел. Так, окей. Одна су... У меня вторая. Все, забирайте, я побежал. Я отнес. А где сумка-то? Я не вижу опять. Ну ты её собрать должен. Тут нету сумок, тут просто большие эти витрины. Вторая сумка. И мне дали ачивку. Да, все, 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 нам дали. Уже дали, уже дали. Все, 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 все. Теперь можно лутать все остальное, что есть. Или уходить. Уходим? Нет, нет, нам вернут. Давайте лутать, лутать. Потому что Виспа все за тебя сделал. Ты опять жрешь, ты все прожрал. А нет, дали. Я ставлю дрель. А что, уже можно уходить? По-моему, нет. Еее. Как ты мог просрать? Ну, просто скажи, как ты просрался? Народ, а вы что, гражданских перестреляли тут? Я не знаю, я всех положил на пол. Ну, вот это, по-моему... Нет, они лежат просто. Ну, это мир 2, я думаю. Как ты мог выкинуть сумку и просрать ее? Просто вот мне интересно. И откуда вы еще набрали сумок? Тут же всего 4 можно. А, да, тут еще есть. Нет, тут больше, чем 4. Тут еще магазинчик рядышком есть. 8. Тут еще магазинчик, сказали, рядышком есть, который тоже можно ограбить, только я его не вижу. 8? Сейчас поищу. И сейф еще где-то тут. А, ну сейф мы уже скрываем. Сейчас магазин найду. Полиция! Там полицию. Угу. Тут есть магазинчик, кафе какое-то, но оно это... Да-да-да, оно закрыто. Стены из бетона. Я что не знаю, что люди о чем говорили. Оно закрыто. Может, с другой стороны просто. Ну здесь копов много. Я вижу парковочный лот. Много копов. Наверное, вот этот. Тут стекла пули непробиваемые, потрясающие. И людей вообще нет.
Уходим, уходим, уходим. О, главное, чтоб не сбил. Закидывайте мне сумки и пошли. Минотик! Это было быстро. И было бы с первого раза, если бы кто-то не просрал сумку. А сейф? Взяли там сейф? Оу, черт, ладно, сейф насрать, пусть. Там ничего нету. Ну там есть что-то там, слито какой-то. Неважно. Day experience. А, ну вот видите, опыт за день дают. Блин, мне так мало осталось. 81 до следующего. Да-да-да, у всех одинаково. Одинаково у всех. Господи, я два оружия только что просрал. Вы все маски просрали. А, у меня три! А, у меня было три маски. А в чем смысл? У меня было три оружия. У тебя было три маски. Я никогда еще маску не получал. Ты уже сколько масок получил? Три штуки? Да в смысле это херня для маски. Маску на самом деле я одну получил. Вот,